Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе, в военном, не только в военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. Сколько можно? Россия, по сути дела, рэкетёр. Вот она угрозами, танками, армадами выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение этой прибыли. Вот рэкет, рэкет, обыкновенный рэкет. Ну, я хочу сказать, зачем надо было ради этих планов разваливать такую мощную армию? Значит, эта армия была единственным сдерживающим фактором авантюристов от политики. Преступную группировку нынешних политического руководства, прорвавшейся к власти. Эта армия могла поставить любое время в строй любую политическую группировку. А теперь, когда этого фактора нет, и их задача была сломать эту армию советскую, сделать свою угодную для нынешнего режима и делать то, что она сегодня делает. И с этой армией, и со своими необузданными аппетитами. И в надежде, что реалистическое устрашение бывшего Советского Союза и его военной мощи сработает и дальше. Не сработает. Для того, чтобы такая машина сработала, надо иметь идею, государство легитимное, идеологию, политику внутреннюю, внешнюю, признаваемую, мотивы, стимул. Вот тогда сработает, а сейчас не сработает. Никакие угрозы с пеной у рта, кровавой пеной российского нынешнего режима и будущих режимов, ничего не изменится.